gonna die. Fall back. On deck! Push him out! HQ! Intruder spotted! I need backup!
All units, search for targets! This is Alpha 6! We've got enemy visuals! Enemy visuals! I can't die! He's waiting for me!
I'm dying.
All units, search for Hello, do you read me? All clear here. Help! Oh, I'm dying. I'm dying.
Меня вчера 3 раза переспавнил с босса. Не знаю. Ничего не получалось, ни в шоку. Помогет кто? Али не помогет. Да, сейчас прибежим. Где он? На третьем, да? Ну, он на госпиталь Фиалка. Я на третьем лежу. Поднимите меня 60 секунд. Ну, сейчас. А какое здание? Самое маленькое? Так тут одна трехэтажная. Буква Г, которая. Да, трехэтажная. Но она тут одна трехэтажная. Ну вот, пошли. Я на третьем этаже, со стороны балкончика, по сторону лестницы. Так, а ты в комнате или в коридоре? Если что, в коридоре вылези. А, вижу тебя. Сори, аптечек нет. Ну вот тут лежит. Ну, у меня аптечка есть, конечно, но одна только. Да, у меня есть. Босса надо вынести. Он там на плацу гуляет внизу. А, вон, сейчас его сниму. Раз. Два. Дай посмотри, что у него было-то хоть. Вынес его, да? Угу. Вот тут валяет. А, это ты тут стрелялся? Ну, конечно. Кто ж еще? Ну, как на часы, без боли. Говно, короче. Броник возьму. Блин, перезайти, походу, надо. То есть что-то лагает. Сложность начала. Особенно как обновление вышло. Так вообще все началось жестко. Сейчас перезайду, наверное. Thank you.
И снова здесь. Так, где это? Теперь мне нужно узнать, где встреча. Ну, чёрт. Ох, ребят, никто не видел там с собой. Такой зеленый этот снайпер. Это очень. Нет. Она попадается. Где она попадается? С ботов она падает, со снайперов. Снайперов, да. У них часто она бывает. Вон там бочек сидит. Что-то с собой у тебя мне в последнее время прям так зашел. Ну тогда на него хорошие патроны есть. Нет, да. Придёргивать не надо. Это кто уходит? Это я ухожу. А, окей, ну давай, удачи тебе. Удачи. Так, теперь мне нужно понять, как на них разобраться. А, нифига тут. Нет, это мольт. Мольт мне не нужен. Интересно получается. Дружище, я минул.
waiting for me. Intruder spotted! I need backup! All hands on deck! Push them out! Здорово, все, отыграли, кому нужно, кому. Слышь?
Че говоришь? Да? Здорово. Здорово. Привет. Еще раз прошу гидравликом на этом. Плохо слышно. Что нужно? Гидравлические ножницы. Мне нужны. Надо мне. Короче, слышишь, кому-то нужны были гидравлические. Я дроп на в порте закат на втором этаже. Заберешь. Все, дропнул. Где? Порт закат на втором этаже. Это кто стреляет там? Порт закат. Okay. Не знаю, но я за Марика бегал, только подошел сюда. Тут рядом стрелялся. Вот тут он ушел. Светлячок там ушел. Ты, Марик, ты, да? Да, вот это я. Давай в бошку один раз, дай. Пойди. Шлем. Просто. Алекс, хорошее место. Марики кучкуются. О, кто-то сигнал кинул. А где он есть? МПЗ. МПЗ? Ага. Можешь спать спокойно. Только я на прицел снайпера лежу. Сейчас сползаю за контейнер. А ты мне сам начал стрелять, блядь. Я тебя не трогал. Я тебя за бота принял. Да, я тебя тусуется. Сразу нахуй. Ты, я, он, так что, поднимите на НПЗ или помочь? Подними его. Мы тут на сгоревшем складе, если успеем, то я подниму чисто. 60 секунд. Мне не жалко, блядь, 60 секунд, да? Я на НПЗ, где конкретно? Справа. Где значки оружия? Мы спускаем НПЗ сюда.
Ну, уже бегу. Спасибо. Спасибо, мужики. Привет, мужики, как? Мирные или не сильно? Бля, меня это не рукопрано. Горевший склад. Кто? Кто? Мародер. Блин. Пойдемте толпа отомстим. Бля, его добили. Пиздец, нахуй. На хорошем мародер на сгоревшем складе. Меня ботинки убили, блин. Вернулся. Совсем не были или вы? Не, я заново зашел. Иду забирать себя на фиалку. Где тебя, где-то убили? Скажи, человек, я поднимаю. Да что ты такое, мама, домовое клево? Кто-нибудь, да. Кто-нибудь видел чемоданчик какой-нибудь? Рюкзачок? Рюкзачок есть прямо во дворе фиалки. Держи. Эх, а что-то как-то... Первый раз решил попробовать, что такое мародёрное. Вот так, где выпускается. Рюкзаки есть у ботов, которые на фиалке, они агрессивные. Они еще все живы, стоят. Можно не пролететь. Это рюкзаки еще ходят, да? Да, они их никто не убил. Нахрена, блин. Ой, пардон. Это... Я думал, здесь человека завалил, да. Вот писаешь, я тут. Ну, на фиалке война идет, да? Там Марик за деревом. Если Марик не смотрит, то да, только ты не сурет. Смотри, справа от фиалки за деревом в лесу стоит. Осторожно. Справа от фиалки за деревом, но я тут не здесь где-то, но... Кто-то тут подыхает. Помогите на выходе, нам сказать, на крыса скинула пиво. Крыса, пошли, слышишь, пошли. Марик, пошли наверх. Куда? Вон, чел, агрессивный. Так, куда, на МТЗ, МПЗ или куда, брат, идем-то? Ёпьёх, на чатер. Вон того надо убить. Вон он за деревом стоит. На 248 за деревом. 248 за деревом. С правой стороны от фиалки. Опа, 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 брат. Мне тут прилетело, брат. На 248. Пидорасная на выходе, наверху, ребята, пидорасная какая-то. Кого поднять, парни? У меня чего-то, блядь, садануло, как Никит, блядь, бачок. Кого поднять, ребята? Я его кто-то сос отправил. Не знаю. Кто-то гранату закинул. А вы где, где все бегаете? Где все тут происходит? Он от фиалки с правой стороны был, в лесу, снайпер. Направо отбежал. Он отбежал, он теперь слева, где-то на 300 с чем-то, блядь. Да, на 347, крутанул. Он мне там оттуда прилетел, в бачок. Много, много ему дал. Мало у него хп. А где он примерно? Ну, на 351. Вот куда смотришь, вот этот лесок, видишь, палисадник? Ну-ну-ну. Вот тут, там, под деревьями где-то. Чё там, гранаты где-то? Поднимись сюда. Там с другой стороны чел, аккуратно, слышу, что внизу бегает.
На крыше кто? На крыше, на крыше. А, ты нормально свой. Мы тут первый раз, того, что против спойлера, а тут... Так мы кого валим-то? Да тут выше. Я там. Убил эту хуйню. Да. Ну, что там есть? Ничего хорошего. Ничего интересного. Говно ребята. Стой. Эй, нахуя? Что происходит? А меня-то нахуя? Это даун, по мне стреляет. Ну, крыса, подними меня, пожалуйста. Тут челик крыса, ребята, вернись, пожалуйста. Валяющийся? Да давай, я не поднимай нахуй. Этот уебище начал по мне стрелять. Ты дурак, ты сбил меня, сейчас стреляешь. Ты дурак, ты дурак, что, блядь? Ты, Марика убил, и по мне начал стрелять, ты порывай, ты шапка. Ты что, издеваешься? Ты убала, блядь, хуета вонючая. А, да, и ты я еще потяжешь себя, да? Да. Короче... Господа, как это было весело, но что-то это. Надеюсь, спину стрелять не будете. Нет, вот это да, блядь, тип стоял, упал труп, который я убил. Он подходит, ебать, в типа начинает зажимать. Нихуя себе, приколист. Ну да, хороший. По-моему, кстати, со снайперку я с него поднял. Ты мою забрал, это была этот Сабатор на четвертом прицеле. Угу. Твою вернуть, не вернуть. Ну, я бы не отказался. На самом ладно. Деле. Ладно. Болтал. А как оно себе вывалилось, если это врать? А я что другую будет? Пушку поднял, чтоб этот, понял, патроны были этого долбоеба, чтоб убить. Потому что за Марика-то. Это магазина нету. Так, ладно. Ты где есть, куда-то? Там же, на фиалке. Я, короче, бегаю в фиалку. Так. Я в фиалку уже бежал по кругу, где ты есть, товарищ. Ты так, сам-то вот где? Короче, вот где Типов? Где ты снайперку поднял? Там же стоит. Так. Я понял, что где-то на углу. Да. На углу это главное здание. А, угловая вышка, что ли? Угу. Чё, мужики, я попытаюсь с вами подраться. Так сказать. Это чё-то вообще сегодня не придётся. Я тебе клянусь, я на этой ветреной гавани всего одного человека убил. И то, пока он АФК был. Так, что-то я этот, не вижу тебя, где ты есть, товарищ? И ты много меня любил. На гашке, на углу. А чё, ты умираешь, что ли? Чего ты с персонажем? Что он так плохо дышит? Плохо дышит? Ну, он, блядь, плохо бегает, блядь. Что, я уже тут эту гашку, блядь, так, вот. Вот зря, да, они этих мародёров добавили? Так, короче... Вот, это пушка. Спасибо. Искал алмаз. Смотри, только я из СВСК, это, блядь, СВДшка. Бля, я только оттуда ушел, я даже закрысить не смог. Боже. Там, блядь, так, валить надо, пока при памяти, пока этот... Не, нет, этот не ошкурили. Там валяется на углу. Нормально так. Да подождите, убейте меня, потом уходите. Зачем тебя убивать? Ну, можно и не добивать. Я тоже тогда не буду добивать.
Там на углу на гэшке валяется, так нормально, этот, на фиалке вот здесь. На лестнице. На лестнице, на фиалке еще. Что-то есть там по луту. Ну там по луту нормально, так это чувак что там пострелял. Ну хули, самых слабых там понаходил. Ну не. Ну хрен его знает. Может они слабые, но, блядь, одеты-то были неплохо, так это я смотрю там. Это кто уходит?
Thank you.